В Новосибирске появилась улица Вязов. На аллее имени маршала Покрышкина части центрального бульвара Красного проспекта начали высаживать живую изгородь. Большинство старых деревьев убрали, оставили только здоровые. Они выполняют декоративную функцию. Дальнейшую их судьбу решат архитекторы. Они же спланируют посадку зеленых насаждений на остальных частях центрального бульвара. А на аллее маршала Покрышкина вязы будут расти с обеих сторон. От пыли и грязи тротуар здесь защитят около 100 саженцев. Деревья выращивали в питомнике горзеленхоза. Работы планируют завершить в течение 2 недель. Сейчас мы полностью изменили схему посадки. Здесь планируется, помимо колючных вязов, еще и крупномерные деревья. Но это будет дальше, это, скорее всего, будет следующий год. Деревья будут посажены ближе уже к центральной части, к тротуару, чтобы создавать тень людям, чтобы служить естественным, так сказать, защитой от солнечных лучей, от газа, от пыли и так далее.